помни, что когда-то случилось на этой скамейке. Ты сказал, что могут сесть дети, и они поранят детский пуп. Сереж, вот это ты настоящий. А не тот, который хочет продавать лекарства задорого тем самым малышам. Вам нельзя. Я врач скорой помощи. Девушка, вам нельзя. Что не ясно? Хорошо. Тогда свяжите меня с главврачом. Кость! Давайте пленочку снимем, а потом решим, что с вами дальше делать. Со всех щелей бабы лезут. Теперь уже с детьми. А, ну да. Дети же наша больная тема. Рай, ты думаешь, что у тебя никого нет, потому что ты родить не можешь? Нет. Потому что с тобой невозможно. Ай, молодца! Сейчас еще получишь. Мы придумали тортики на заказ делать. Нам нужно помещение квадратов 100. И обязательно маленькую кафешку при магазине. Ну, такую совсем небольшую. Столиков на 15, не больше. Да, и нужно, чтобы сцена была еще. Ну, и чтобы можно было корпоративные вечеринки устраивать. Мавры сделали свое дело. Мавры могут уходить. Слушай, а может нам сеть ресторанов открыть? Поля, Оля! Я категорически против. Вы знаете, как благодаря вам нас в народе уже называют? Банк престарелых. Представляете, какой это имиджевый удар? Имиджевый удар — это ваши фото в Инстаграме. Я теперь в ресторане нормально на баклажаны смотреть не могу. Так, тихо. Ну ладно, так и быть. Тебе ресторан. Есть охота. И шампусика. А может, в автосервис, а? Шампусик по дороге купим и пиццу закажем. Себе закажи и на бумажке ешь свою пиццу. Капитан-лейтенант Марина Орлова, позывной Агата. Спецназ ВМФ России, отряд по борьбе с диверсантами. Кот, кот, ты как? А ведь обещала по касательной. А там, походу, сквозное. Ты, главное, не отключайся.